Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Проводится в настоящее время процессуальная проверка по факту обнаружения трупа у мужчины. Значит, обнаруженного в утреннее время, да, на остановочном комплексе на улице Энгельса, города Первоуральска. Будет проведено судебно-медицинское исследование трупа, будут опрошены как родственники погибшего, личность его установлена, так будут опрошены возможные очевидцы. Значит, по результатам будет принято процессуальное решение. Сведения о том, что его смерть носит криминальный характер, у правоохранительного органа в настоящее время не имеется.